Ничего, дети крепкие. Я в его возрасте башку себе начисто отрезал, и ничего, жив-здоров. Это и есть тот самый мост? Нет, мы все еще на мосту, который тянется меж мирами. А нужен нам мост проклятых. По нему умершие идут в Хельхейм. Туда их пропускает хранитель моста. Вот кого мы ищем. Просто иди вперед. Так мы придем куда надо. А я-то надеялся больше никогда сюда не попасть. Используй огонь клинков, чтобы сжечь кусты, преградившие путь. Одна из причин, по которым мы вернулись за мечами. Yeah!
должны быть лишь недавно умершие. Откуда так много? Наверное, врата закрыты. А если врата закрыты, значит, век и впрямь переполнился. Без Вальдивии некому судить и отбирать мертвых, и все попадают сюда.
Разбойники, что мы убили рядом с моим домом, оказались тут. Как они вернулись так быстро? Время в разных мирах течет по-разному, особенно если речь о мире духов. Как свет Альфхейма? Как раз наоборот. Озеро душ течет быстрее, чем время в Альфхейме, но время в Хеле идет медленнее, чем в Мидгарде. Это, конечно, запутанно. Это хорошо. Значит, быстрее вернемся к сыну. А, быстро схватываешь. Отправляются недостойные воины, погибшие в славном бою. Хель же для тех, кто умер бесславно. Преступников? Да. Ну и для тех, кто умер от болезней и старости. Разве стареть это бесславие? Ну, никогда ведь не поздно взять в руки оружие.
Смерть хранителя моста поможет мертвым покинуть Мидгард? Не думаю. Хотя и вреда особого от этого, полагаю, не будет. А еще живым будет проще попасть в сердце Хельхейма. Только вот какой безумец туда полезет по своей воле? Мост проклятых. А вот и хранитель, который проверяет, в самом ли деле мертвые мертвы. Что это у него? Этот тотем – мощный источник магической энергии и силы самого Хельхейма. Но тебе-то нужно его сердце. Возьми сердце и пойдем. Как? Нарвись на драку. Ты ведь умеешь.
Значит, это все? Сердце. Придется тебе замарать руки.
Сердце у меня. Больше ничего не нужно? Это все. Лучше здесь не задерживаться. Кратос. Зевс. Зевс? Мой отец. Твой отец Зевс? Теперь все ясно. Что это за место? Не ходи туда. Ты понял? Почему он здесь? Это невозможно. Это просто иллюзия. Хельм учит своих обитателей картинами из их прошлого. Нам нужно вернуться к твоему сыну. Должен здесь быть. Вот холод. Ну, скорее давай мне клинки. Зачем? Я же сказал, что помогу. Ну вот, давай. О, мои инструменты в Мидгарде. Скоро вернусь. Ты не думаешь, что он их спер? Вот. Теперь они готовы к ветрам Хеля. Короче, прицелься в волшебный огонек и бросай их. Теперь бери клинки и целься в ловец ветра. Видал? Теперь можешь воплощать и выпускать ветра Хеля, когда тебе втемяшится. Спасибо, от тебя не дождешься, так что я сваливаю. То вас с тобой, гляди, яйца отморозишь. Я иногда думаю, может, он не совсем здоров на голову? Нам надо спешить. Thank you.
прости, брат, но у меня из головы не идут твои слова. Твой отец Зевс? Не сейчас. Надо выбраться из Хеля. Тут с тобой не поспоришь. Ну что? Я просто молча поразмышляю над этим фактом. Thank you.
Надо же, сумел. Ну, поторопись к сыну. Передавай недомерку привет, как поправится. Медли, брат. Сердце у нас. Пора в Мидгард. Твой отец Зевс. Теперь-то ясно,
Я вешу на бедре у самого призрака Спарты. Не смей так меня звать. Не пойми меня неверно. Я слыхал, что Пантеон сам напросился. Но все же переварить это нелегко. Я знал, что ты ненавидишь богов, но что ж тебя к ним так тянет-то? Не вздумай ничего говорить моему сыну. Он не должен знать. При всем уважении, брат, в задницу такие тайны. Он должен знать, без правды он всегда останется ущербным. Слушай, я понял. Ты ненавидишь богов, всех богов и, соответственно, себя тоже. И своего сына тоже. Неужто не ясно? Он это чует и не может ничего поделать с тем, кто он. И даже попытаться не может, потому что ты ему ни о чем не сказал. Все взаимосвязано. Ты ему не скажешь, понял? Хорошо. Про короткий путь меж мирами. Так вот, я его улучшил. Или сломал нахрен. Он нам нужен. Да знаю я. Вот я взял немножко ветров Хели и сделал так, что теперь по этому пути можно шляться туда-сюда, а не в одну сторону. Если, конечно, не сломалось все нахрен. Он доставит нас к Фрейе. Хорошая мысль, брат. Желаю засранцу всяческого здоровья. Там, конечно, могут быть накладки, но я в тебя верю. Иди, брат. Ого, вот как надо срезать путь. Не туда попали. Ну ладно, тут недалеко. Он говорил, что бывают накладки. Надо спешить. Сердце. Ты принес? Да. Другой стороной. Все еще болен. Я могу снять жар,
Но чтобы исцелиться... Он должен узнать о себе правду. Да. Это не так просто. Приподнимешь его? Я говорила, что у меня тоже есть сын.